попасть на конкурс, чтобы побороться за звание лучшего, кураторам из 9 институтов университета было непросто. Они прошли строгий отборочный тур. Если обобщить и сказать, что же все-таки привлекает участников, то это не какие-то амбиции, это, конечно, не денежная премия, это не статус, это именно желание доказать, что человек работает, работал и, безусловно, будет работать в будущем. Желание выступить вместе со своими студентами на сцене, желание еще раз стать одной большой дружной командой. Мероприятие началось с дефиле участников и викторины по темам стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов, основные мероприятия института и университета и моя курируемая группа. У нас 19 человек, из них 15 девочек и 4 мальчика. Один Семенченко в армию ушел. Далее в творческом выступлении участники раскрывали свои художественно-эстетические вкусы. По счастливым и гордым лицам кураторов было видно, что они получают огромное удовольствие от конкурса. Совместное участие в подобных мероприятиях позволяет нам почувствовать себя единой семьей, частью большого дела, которое делает Тюменский государственный университет. Студенты громко и дружно болели за своих кураторов. Их активная поддержка показывала, насколько они любят своих наставников. Болею, конечно же, за Институт математики и компьютерных наук, куратор группы ИСИТ. Корякин. Мы готовились, все весело проходило, конечно, спонтанно, но как раз благодаря нашему куратору, который очень веселый, отзывчивый, добрый. Преподаватель, безусловно, очень сложная профессия, но для того, чтобы стать еще и лучшим куратором, нужен талант и лидерские качества. Наиболее ярко их в этом году, по мнению жюри, продемонстрировала Наталья Турбасова, куратор Института биологии ТЮМГУ. АСЛ РЗЗД, Николай Салдаев, телеканал Евразион ТВ.